Nokia N8. Замена дисплея. Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разбора подробно описана в ролике «Разбор Nokia N8». Откручиваем 4 винта по периметру задней части телефона. Затем металлической лопаткой поддеваем дисплейный модуль и поднимаем его с одного края. Отсоединяем шлейфы сенсора и дисплея. Далее металлической лопаткой аккуратно поддеваем дисплей и извлекаем его из рамки сенсора. Новый дисплей устанавливаем в раму сенсора и прикладываем к нижней части корпуса телефона. Защелкиваем шлейфы сенсора и дисплея. Затем закручиваем 4 винта в заднюю часть корпуса телефона. Все, дисплей заменен.